Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Второй уральский циклон смещается на центральные районы Западной Сибири. Но восточнее Иртыша холодный атмосферный фронт с дождями пока не может пробиться. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 18 мая осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы ожидается 14-16 выше 0, днем температура воздуха составит плюс 26-28 градусов. А теперь о погоде в последующие дни. 19 мая кратковременный дождь, гроза, ночная температура 15-17 со знаком плюс. В светлое время суток плюс 26-28 градусов. 20 без осадков, ночные часы. Синоптики прогнозируют 10-12 выше нулевой отметки. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!